Саш, расскажи, пожалуйста, вот на матче Самсон, да, и команды Добро, где проходил, как проходил, в каком составе подошли команды к этой игре? Ну, матч проходил на стадионе Добро, это наше домашнее поле. Вот, на поле не жалуюсь, в принципе, в нормальном состоянии было. Вот. Начали, подошли к игре все серьезно, так как Самсон борется за призовые места, вот, а нам просто сейчас интересно выигрывать. Вот. Игра получилась интересная. Сколько вот игроков было в вашем составе, в составе соперника? Ну, у Самсона, наверное, было человек, не знаю, там 18-19, может. У нас чуть меньше, там на человека 3-4. Угу. А как развивались вот события в первом тайме? Какая у вас была тактика на эту игру? Если честно, в первом тайме нас полностью задавили наш центр. Вот. Игры у нас не было никакой, я считаю, потому что за первый тайм, по-моему, там один удар по воротам или два, ну, таких вообще, ну, не опасных момента. Вот. У Самсона, как сказать, грубо говоря, там пару наших ошибок, два гола, 2-0 проигрывали. Так и первый тайм 2-0, да? Да, проигрывали. А расскажи, как были забиты вот голы? Первый гол мы, как сказать, была подача, я, ну, как сказать, не то, что ошибся, но как бы мог сыграть лучше на выходе. Вот, на дальней штанге защитник не захотел играть, пропустил мяч, и соперник выскочил и забил пустые ворота, можно сказать. Вот, второй гол с дальней дистанции, то есть мяч откатывался, человек ударил, попал, очень хороший удар, красивый гол, я считаю. И один гол забили вы в первом тайме? Нет, 2-0. 2-0, да? Ну, правильно же? Не, во втором то 2-1. А, 2-1. Значит, 2-1, да. Как будто ведь ваш гол? Ой, я не помню. Я понял. Потому что сказать, вот, что первый тайм пошел под диктовку Самсона. Полностью, я бы сказал. Полностью, бы, да? Что произошло? Мне кажется, их главная ошибка была, это о том, что они рано победили. Вот и все. Вот честно так можно сказать. Что произошло в перерыве? Какие слова ты сказал в перерыве? Что произошли такие резкие изменения? Ну, я не мог понять, почему люди так играют. Вот, вообще бездарно на мою. То есть мы могли играть лучше, как что мы показали во втором тайме. Вот. Собрались в защите, вот, начали играть в центре, усилили немножко центр, поменяли чуть-чуть. Ну, как бы не тактику, да, а людей. Вот. И начали играть. Угу. Ну, как были забиты мячи во втором тайме? И сыграли два раза на контратаках очень сильно удачно. Вот. Наш нападающий как бы выбежал, забил. Второй раз справа полузащитник пробежался по флангу, сделал прострел, нападающий забил. Вот и все. На контратаках чисто сыграли. А игра Самсона что из себя представляла? Во втором тайме? Да. Как сказать, вроде бы... Ну, первая половина второго тайма я вообще как бы не сказал, что это была игра, вот, потому что моментов не было. Ну, как сказать, они вроде бы как бы и борьба в центре поля, да, но без моментов, без ничего. Вот, мы сыграли на контратаках хорошо, а во второй половине, как сказать, они чуть-чуть нас придавили, вот, были моменты, мы не забили две пенальти, вот. А как, кто пробивал и почему не забили? Пробивал Максим Тищенко, вот, я не знаю, то есть он говорит, что как бы их пожалел, но мне кажется, что не хватило мастерства просто, вот и все. А вратарь взял или мимо ворот? Мимо ворот. А второй? А, первый вратарь взял, вторая мимо ворот. Провел все то же самое, Тищенко, да? Да. И не страшно было ему доверить второй раз пенальти, как команда? И, если честно, мы не доверяли, но все-таки он сам забрал и ударил. Так получилось. Если бы было третье пенальти, вы бы ему дали? Я думаю, нет, я бы уже лучше сам ударил. Ну и если это еще сравнить, вообще вот в целом, какой тайм был быстрее, вот, энергичнее, первый или второй? Не могу сказать, потому что как бы команды менялись, то одна прессинговала, то вторая прессинговала. То есть, ну, в принципе, равная игра, как бы и по счету это видно. Ну, была борьба на поле, вот и все. Ну и в целом у вас следующая игра с кем? С Днепром. А какое настроение? На победу. Ну, все зависит, конечно, от исполкома, вот, будет ли эта игра. Вот. А так, в принципе, только победа.